Более 1000 лет назад зародилось на Руси каменное зодчество. Святая София – символ древнего Новгорода. Суров и неприступен этот собор 11 века. Мощный, высокий, многоглавый, с куполами-шлемами. Но были и малые, простые храмы, с одной главой. Такова Спас-Нередица. Строили в древнем Новгороде из грубо отесанного местного камня, кирпича, валунов. А во Владимирском княжестве из редкого белого камня. Просты и изящны пропорции церкви покрова на Нерли, узкие щелевидные окна, волнистые линии венчающих стены за комар и легкая главка на стройном барабане. Белый камень легко резался, словно узорчатое оплечье накинуто на Дмитриевский собор. Строгий кубический его объем стянут нарядным аркатурным поясом. Облик каждого храма самобытен, но их конструктивная основа едина. Внутри, к центральному подкупольному пространству, крестом сходятся каменные полукруглые своды. Тяжесть всех перекрытий распределяется на мощные внутренние столбы и толстые стены. В потоках света из-под купола мерцали здесь краски фресковых росписей. От 10 до 16 века строили на Руси каменные храмы, и только такие, кубические, с величественными куполами, с мощными столбами-опорами внутри. В 1532 году на высоком берегу Москвы-реки, в селе Коломенском, возводится каменная церковь иного стиля, шатрового. Зело чудно высотой и красотою, таковы не бывали прежде того на Руси. Так отзывались о храме Вознесения современники. Галереи и лестницы, как корни, поднимают над землей основной столб здания. Сложен он из ярусов. Четверик, словно бутон. Восьмерик, как венчик цветка. И устремленный вверх каменный шатер. Такая форма перекрытий идет от деревянного зодчества. Черты этого стиля находим мы и в храме Василия Блаженного, что на Красной площади. В причудливо украшенных луковицах куполов, в нарядном шатре, во всем сказочном облике собора воплотилось народное представление о поэтической красоте архитектуры.